дней назад я заказала посылочку на Озон, чтобы как-то скрасить свои самоизолированные будни. Вот я ее только что забрала. Сейчас вскроем, покажу, что там. Бумажка. Вот номер раз. Это осветлитель для волос. Это к тому, что мне совсем скучно. И я решила, что если что, они успеют отрасти. И два. Это вообще краска из моего детства, когда я пыталась всеми силами какой-нибудь цвет экзотический придать моим волосам. Тоника розовая после осветлителя самое то. Ну и довесок. Тональник мой, но это чисто, чтобы добить до суммы, чтобы доставка была бесплатная. Ну, пойдем пробовать. В общем, я прочитала инструкцию. Мы сейчас в эту мисочку намешиваем все, что там было сказано. Прикрыли полотенчиком, это что? Активатор и свет. В общем, осветлитель и активатор. Написано туда сразу намазюкать, а ты не хочешь перчатки? У меня помощник. Если что, ответственность. Пускай несет он. Выдавливаем. Все. Это когда уже безысходность от скуки. Надо быстро теперь перемешать до однородной массы и сразу наносить. Расческа. А расческа не нужна. Точнее, нужна. Вообще там еще нужно как-то все это аккуратненько делать. Так веселей. На все волосы я не решилась. Они мне все-таки дороги. Так, кончики, которые потом мне жалко будет отрезать. Давай, 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 все. Вдруг оно там это. Слушай, это много. Блин, это длинно. Ой, воняет. Мне потом полбашки отрезать. Посмотри, что... Ну, Ром, я тебе какую длину показывала? Ты мне так и показывала. Ты мне мстишь за свою стрижку. Сто лет не делала ничего с своими волосами. И на тебе. Фу. Мы сейчас тут задохнем. Короче, через полчаса посмотрим, что из этого вышло. И потом зафинарим все розовой тоникой. Короче, прошло полчаса. Написано смыть водой и шампунькой. На. Включаю водичку. Я одна видела количество, длину какую? Ты что наделал? По кайфу, нормально все. Все четко. Так, в общем, на тонике написано, что на влажные, правильно? Ну-ка, прочитай еще раз. На влажные волосы, просушенные полотенцем. Еще на полчасика мы сейчас фигачим розовым, да? Мы промыли волосы теплой водой. И теперь на то, что мы осветлили, мы сейчас розовой тоникой намажем. Бери, общем, что детей написано. Нет детей. В общем, вот так. Пока. Ты так делала? Нет. Я это делала лет 10 назад. Все равно там, где мой цвет, оно не прокрасится. В общем, намазала я реально много. Написано для интенсивного цвета полчаса. Засекаем. В общем, что-то оно не розовое. Да, короче, сейчас еще разочек намажу розовым. Может, получится. Нет, вообще, конечно, никогда так не делайте. Все окрашивания в салоне, пожалуйста. Потому что это пипец, и я это делаю только потому, что мне очень скучно. Ну вот, вот такого цвета я хотела. Ну, подождем еще полчаса. Ну, в общем, прошло еще полчаса. Я сомневаюсь, что там еще что-то сильно порозовело. Но смоем, посмотрим. В общем, разочаровалась я. С
Да, и может быть надо было брать какой-то более ядовитый, насыщенный цвет, чтобы прям вот, если розовый, то прям малиновый. Ну, какая-то фигня. Просто я в отзывах к этим бальзамам видела, что у девчонок прям цвет, прям фиолетовый, прям зеленый. А у меня что-то фигня какая-то. Еще не знаю, честно говоря, это, конечно, бред. Хорошо, что я так сделала не всю голову, а кусочек. И смогу это отрезать. А, не делайте так. Либо что-то неправильно, но в плане цвета, то есть я понимаю, что осветление в таких условиях, оно не делается. Но вот то, что цвета нет, наверное, надо было брать поярче какой-нибудь вырви глаз. Сейчас. Может, что-то и порозовело, не знаю. Камера-то что-то розовенькая, а так не очень. Вот такие дела.